Вместо обычных укладок он делает на голове мультяшных персонажей, карты материков и фрукты. В Австралии настоящей звездой стал парикмахер по имени Майки. Парень путешествует по континенту и пускает свою профессиональную фантазию в неограниченный полет. Вдохновляет его буквально все, от плода манго до сахарного тростника, которые появляются на голове его клиентов. Mango on the loose. On the walk. A sugar cane plant in Bundaberg. That is hilarious. На одну укладку у Майки уходит примерно 6 часов и несколько упаковок краски. Прически он делает исключительно цветные. Все деньги парикмахер отправляет на благотворительность, помогает больным детям. Собрал уже 22 тысячи австралийских долларов. Это около миллиона рублей. После путешествия по Австралии Майки планирует полететь в США и покорить все 50 штатов, плюс федеральный округ Колумбия.